Отметил радостное событие и сел в хорошем расположении духа за руль. Сегодня днем на улице Голубятникова полицейские задержали нетрезвого водителя. Мужчина ничего не отрицал и рассказал, что незадолго до этого отмечал рождение ребенка и даже уточнил, чем. Айрат Назипов узнал, куда он направлялся в таком состоянии. Я сегодня употреблял, и меня заподозрили. В отличие от многих водителей, севших за руль в нетрезвом виде, этот мужчина решил не врать, а честно рассказать о своем состоянии. Он признался, что перед тем, как сесть за баранку автомобиля, выпил 1,5 литра яблочного сидра. Говорит, повод был весомый. Ну, праздновал рождение ребенка. И решили за руль сесть, так получается. Я думал, все прокатится, но оказывается, не прокатится. Автомобиль мужчины находился на проезжей части улицы Голубятникова. Как заявил водитель, он не мог завестись, чем, видимо, и привлек внимание стражи порядка. После подозрения шоферу предложили пройти тест на алкоголь, на что тот с радостью согласился. Однако вскоре начались проблемы. Будь добр, продуй. Я жду. Будь добр, сейчас, продуй, сейчас чтоб напишу, ты что там ты, не, напишу, на, напишу, не, что не накапал, напишу, что куда, туда. Давай, дуть будешь, нет? Давай. Обхватывай. Будь руку. Добр. В итоге мужчине все же удалось пройти тест. Его результат оказался неутешительным. 1,8,9,6. Вероятнее всего, новоиспеченному отцу теперь придется забыть о вождении на ближайшие годы и заплатить крупный штраф. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112.